Более 1 миллиарда 860 миллионов рублей составила выручка Башавтотранса за первые 7 месяцев этого года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост на 6% или на 92 миллиона рублей. Об этом на совещании в формате «Транспортный час» заявил генеральный директор предприятия Надир Самиев. Пассажиропоток у главного перевозчика региона также растет. С января по июль он увеличился на 6% до 44,5 миллионов человек. При этом прирост выручки составил 1 300 миллионов, что на 8% выше к аналогичному периоду прошлого года. Новой нефазой 26 единиц, пробег их не составил 500 тысяч километров. Выполнено ими 2000 рейсов, перевезено 60 тысяч пассажиров на сумму 17 миллионов рублей. Малый класс «Форд Транзит» 170 автобусов по 91 междугородным и пригородным маршрутам. Общий пробег составил 480 тысяч километров. Выполнено более 11 тысяч рейсов, перевезено 90 тысяч пассажиров. Доход составил 5 миллионов рублей. Также на совещании председатель Госкомтранса Республики Тимур Мухаметьянов подвел первые итоги реализации проекта по единой транспортной карте «Алга». За 2 прошедших месяца по карте пассажиры совершили 7,5 миллионов поездок на сумму почти в 200 миллионов рублей. Тимур Мухаметьянов отметил и о подключенности в регионе 26 перевозчиков к новой системе оплаты с помощью карты «Алга». За август совершено 4,3 миллиона поездок на общую сумму 110 миллионов рублей. Общий объем операций по карте «Алга» составляет при этом 14% от общего оборота, но при этом он с каждым днем увеличивается. В день в системе совершается до 250 тысяч транзакций. Доля поездок безналичным способом составляет при этом половину в общем числе поездок, в частности 48%. Кроме того, с 1 октября в Уфе запланирован ввод единого часового тарифа на автобусах Башавтотранса и электротранспорта МУЭТа. Стоимость проезда по карте «Алга» в автобусах составит 20 рублей, в троллейбусах и трамваях – 18. При пересадке из электротранспорта в автобус доплачивать за билет не потребуется. Напомню, тариф, допускающий пересадку на разные маршруты по одному билету в течение часа, на автобусах государственного перевозчика действует с 1 сентября.